Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1439. Событие дня. Псалом 68:2. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. За 21 ноября 2019 года. И то, что взято эпиграфом, более подробно дальше. Это как-то кто будет смотреть. Курсором задерживайте, чтобы прочитать можно было. Я более быстро буду пролистывать. Значит, наше обращение за помощью, сам обращается хозяин, фермер, покупку. Может, найдутся богатые люди, кто-то поможет или помалу собрание сделает. Тут какие-то аккорды петь вначале. Вот я не знаю, не убрал ничего. Защитство тела. Вот хотел, пока есть возможность, показать статистику. Я медленно здесь пойду. Здесь надо просто узнать, себе переписать. Это наша работа была.
Вот о Библии что написано. Теперь о Библии, потерянной книге. Вот посчитайте. И какие данные? Ну, вот Библия и Коран. Сравнения даются. Коран меньше Библии с неканоническими книгами, 77 книг, по количеству букв в 5,724 раза. И меньше Нового Завета в 1,106. Это я могу даже здесь вот и записать.
Значит, 5724. И Новый Завет больше в 1,106 так Коран. Звучание 18 часов, а это 16. Коран 16 часов 47. 16 47 часов. И 18 21. Новый Завет. Ну и дальше другие. Какое имя, сколько раз встречается и... Пять тысяч двести шестнадцать. Раз. Если мусульмане докажут, что упоминаемые герои веры не наши, а совсем другие, тогда вопрос снят. Но если речь в Коране идет именно о детях Бога Иеговы, то мы при всем желании не можем не только согласиться с написанным в Коране, но должны опровергнуть уже не иудейские, а арабские басни, их мифологию. И вот ответ здесь дается. Любят мусульмане нашего Иисуса как Бога, как Искупителя, а не выдуманного Иса пророку. Не прибавляя к словам его, добавляет Исаия, пророк. Притча Соломона говорится. 5.18 Матфея. Матфея 5.18. Где, говорит, не прибавляй. Вот так. Учат ли так, как учили святые апостолы? Если считает Коран глубоко верующий христианин и держит в памяти Библию, то у него появляется великая скорбь о стольких душах, введенных в заблуждение, не познавших Христа Бога, не имеющих Библию источником света, светильником на пути, к которому они не обращаются, погибая во тьме. И дальше вот места Писания. Так, 2 Петра 1.19. Вот, так, вот какие, какая наработка по исследованию этой книги. Так, еще что можем тут показать? Библия, статистика, вот она. Отдельно дается, сколько книг и всего. И добавляю еще сюда утерянные книги. Ну, а так и все. На этом сегодня все.